свадьбу через... К детективу Игорю Лукину обратилась хозяйка брачного агентства Алла Зинчук. Лилька была моя единственная подруга. Скажите, а сколько они вместе прожили? Полгода. Потом Лили убили. Ужасная смерть. Ее оглушили, по голове ударили в ее же квартире. Она сама дверь открыла. Потом убийца газ включил. Она отравилась. Из квартиры ничего не пропало. И теперь вы подозреваете ее мужа, да? Да. Теперь да. Он вчера ко мне в офис приходил. Так моя сотрудница новая, я ее от конкурентов переманила. Узнала в Виноградове своего бывшего клиента. И что же ваша сотрудница интересного рассказала? Пару лет назад она уже устраивала ему брак. Так вот ту женщину, которую ему сосватали, убили точно так же, как Лилю. Как мне жить-то теперь? Мне Лилька снится. Это ведь я их познакомила. Да вы успокойтесь, Лена, принеси воды. Информации, конечно, маловато. Я думаю, начать надо с прокуратуры. Узнать, как идет у них расследование по этому делу. Ну и побольше собрать информацию о Виноградове Владимире Сергеевиче, 62-го года рождения. Чем живет, чем дышит, где работает, с кем встречается и так далее. Лукин встретился со следователем прокуратуры, работающим по делу. Других подозреваемых у меня все равно нет. Ну, с его алиби что я буду делать? Куда я его дену? А, на тебе. Как просил, сделаю тебе копию, протоколы. Экспертиза. Слушай, а вот за это тебе огромное спасибо. Просто огромное. Да брось. Есть показания его дочери, угу. Зинаиды Виноградовой. Угу. Он весь вечер провел с ней. Угу. Были в общественном месте, между прочим. Так, по именным билетам прошли на показ мод. Угу. А показ закончился в 9 вечера. Так, а во сколько смерть жены наступила? С 7 до 8. Слушай, да я сам уже голову сломал. Он единственный наследник. Так. У жены больше никого. Так. Квартира двушка. Угу. Правда, в хорошем районе. Угу. Дача. Теперь он хозяин. Слушай, а вот с предыдущей женой что там за история? Захарова Инна Борисовна. Ну. Та же история. Сама открыла дверь, проводила убийцу на кухню, угу. Получила удар тупым предметом по голове. Неизвестный ушел, открыв газ. Угу. Дело до сих пор не раскрыто. Так, и наследников нет. Нет, зато есть квартира, которую о. он сразу же и продал. О. Ну скажи мне, что я могу сделать? Будь я хоть трижды уверен, что это он, гад, сделал. Я же свою уверенность к делу не подошью. Согласен. Улик нет. Тем временем помощники работали в офисе по заданию детектива. Он, кстати, Виноградов. Угу. Ко мне идет. Я его теперь через день на допрос таскаю. Свой метод. Давай, ну, счастливо. Да. Виноградов был трижды женат. Вторая и третья жена мертвы. А вот первая, Элла Борисовна Виноградова, 62-го года рождения, жива-здорова, живет с дочерью Зиной, девочке 17 лет. Надо с этой дочкой поговорить. Дело в том, что она утверждает, что весь вечер была с отцом на показе мод. Кстати, когда погибла вторая жена Виноградова, Инна Захарова, дочка тоже была весь вечер с отцом и тоже на показе мод. Вот. Игорь Петрович, мы тут пока работали, кое-что обнаружили. Вот, посмотрите. Да, вот, ручка обведена в рубрике «Знакомство». Так. Мужчина, вдовец, 45 лет. Ищет женщину. 48-50 лет, без материальных проблем, без детей. Ну и что? Ну что? Номер телефона видите? Вот когда мы личность Виноградова устанавливали, Ваня запомнил его номер телефона. Так вот это номер телефона Виноградова. Это что же у нас получается? Веселенький вдовец, да? Ага, синяя борода. Угу. И опять ищет женщину старше себя. Будет ему женщина? Давай-ка, Лен, набирай его номер. Ну давай, набирай, нет, звони, нет, говори, нет, что хорошо, по объявлению. Ладно. По голосу он все равно не разберет, сколько тебе лет. Ну а легенду мы тебе придумаем. Главное, чтобы он встречу назначил. Помощнице удалось договориться с Виноградовым о встрече. Деточка, вы к кому? Я к вам, Владимир Сергеевич. Чем обязан? А вы мне встречу назначили. Так вы Лена? Да, я Лена. Деточка, вы прекрасно сохранились. Только такому старому врачину, как я, право грешно соблазнять молоденьких девиц. Всего вам доброго. Больше так не шутите. Вы извините, я, собственно говоря, к вам не просто так пришла. У меня есть тетя. Она...
Обаятельная, обеспеченная, но очень стеснительная. Тетя. Соседка по дому показала Лукину дочь Виноградова и его бывшую жену. А, вот и Зиночка идет из 17-й квартиры с мамой. Да? Спасибо. Девушка. Девушка, одну секундочку, извините, да, ради бога, именно вам. Понимаете, я частный детектив, зовут меня Игорь Петрович. Так вот, я расследую дело об убийстве последней жены вашего отца, Лилии Виноградовой. Мой отец был весь вечером со мной. Вы были на показе мод. Билеты я уже следователю отдала, на входе нас запомнили. Да-да-да, охранник вас запомнил, еще несколько гостей вас видела. Но меня интересует, во сколько вы ушли с показа? Показ начался в 7, закончился он в 9. Мы ушли со всеми гостями. А вы интересуетесь модой, да? Детектив незаметно опустил в сумку девушки подслушивающее устройство. Угощайтесь, угощайтесь. Я вижу, вам понравилось. Значит, печетесь о своей тете. Очень похвально. Ну и сколько же ей лет? Вы знаете, так вкусно. Это вы сами пекли, это же не магазинные, да? Ну что вы, что вы. Это мне принесла моя приятельница. Старинный друг. Очень вкусный. Так, к вашей тете, она моя ровесница или старше? Тетя, не переживайте. Молодая, она моложе вас на 7 лет. Это самая удачная разница в возрасте. Смотрите, это мы на море отдыхали. Оцените красоту. Красавица. Только увы, должен вас разочаровать. Она мне не подходит. Слишком молода для меня. Молода? Я не ослышалась? А я не гонюсь за молодостью. Для меня это скорее недостаток. Ну, знаете, а? Это просто возмутительно. Вам что-то конкретное в моей тете не понравилось? Так вы прям так скажите, вы все врете, да? Слушайте, а может, вы вообще жениться не хотите? Так просто делаете вид? Так я в редакцию пожалуюсь на вас, что печатают объявления всяких шутников. Это серьезное издание, между прочим. Успокойтесь, успокойтесь, не надо жаловаться. Я все объясню. Ну, тетя, вот скажите, что я с ней, молодой женщиной, буду делать? Тряпки, курорты, развлечения. Денег стоит? Да каких? Дети могут быть, опять же. А для женщины в возрасте совсем другое дело. У нее другие интересы. Ей буду нужен только я. Так сказать, ее последний шанс. Минутку, извините. Алло? Да. Да, квартира Виноградова. Пока Виноградов обсуждал с риэлтором условия продажи квартиры, помощница установила две скрытые камеры. Одну на кухне. Магазин 5 минуток. И скажите им, что я сделаю скидочку за срочность. Спасибо. Другую в прихожей. Тем временем Игорь Петрович с помощником следили за Зиной и прослушивали ее разговоры. Привет. Слушай, а почему такое грустное личико? Не рада меня видеть? Да вот еще один интересуется. Опять про папу спрашивал. Федь, я так за него боюсь. Новости, так? Это нет, какой-то частный детектив. Федечка, миленький, ты же не расскажешь никому, не выдашь меня. Да я могила. Забей. 100+2. Это детектив такой же тупой, как и мент, который тебя допрашивал. Пошли в кино. Да не заморачивайся, пойдем. Да, темнит что-то дочка. Явно не договаривает. По поручению хозяйки брачного агентства детектив Игорь Лукин расследует смерть Лилии Виноградовой. Неизвестный злоумышленник вошел в квартиру, оглушил женщину ударом по голове и включил газовые конфорки. Единственным наследником остался муж погибшей, Владимир Виноградов, с которым Лилия познакомилась через брачное агентство. Более того, точно такая же смерть постигла и предыдущую жену Виноградова. В обоих случаях у Владимира было 100-процентное алиби. Он со своей дочерью Зиной находился на показе мод. Такое совпадение настораживает Лукина. Игорь Петрович, ну Виноградов это, конечно, что-то. Море любезности, холодный расчет в одном флаконе. Понятно, ладно, подробности потом расскажешь. Ты мне скажи, камеру установила? Да, даже две. Сейчас пока веду наблюдение.
Да, кстати, вечером там к ним какие-то люди собираются прийти квартиру посмотреть. Оставив помощника наблюдать за Зиной и ее молодым человеком, Лукин решил побеседовать с первой женой Виноградова, Эллой. Я уже 5 лет с ним в разводе. Знаете, я ответственности за его долги не несу. У меня ничего нет. А квартира, извините, приватизирована на мою дочь. Вы извините, я вам не представился. Лукин Игорь Петрович, частный детектив. Вот, пожалуйста, я веду расследование убийства Лилии Виноградовой. Пожалуйста, я вас слушаю. Скажите, а почему распался ваш брак? Потому что его слишком любили женщины, и он не мог им отказать. А потом он влез в долги. Я не могла тратить на него все время деньги. Вот я его отпустила. Мне кажется, что он и состоялся. То есть вы имеете в виду эти два его брака, да? Да, да, именно это я имею в виду. Вот как раз эти две женщины заставили его работать. Хотя я не знаю, чем он занимается. Но, по крайней мере, дочери он помогает. А вам? Бросьте. Я сама могу себя обеспечить. Слежка за Виноградовым привела помощницу на городской ипподром. Были в кино, потом зашли в кафе. Так, и где они сейчас? Ну, парень ушел, а Зина ходит по магазинам. А Виноградовы больше не упоминали. Слушай, есть у меня одно предположение, что Зина может скрывать. Поэтому давай, я сейчас к тебе и расскажу свой план. Все, жди. Зина! Зина, давайте я вас подвезу. Ой, спасибо вам большое. Ой, как хорошо-то. Здравствуйте. А я вас уже сегодня где-то видела? Вряд ли. Это охранник из Центрального дома творчества. Ну, там, где проходил показ мод. Мы с ним как раз сейчас оттуда едем. Я отказываюсь с вами говорить. Вы никто, вы даже не милиция. Ну что ж, милицию мы вам организуем. Мы сейчас туда едем. Хотите, вас подвезем. Подождите. Не надо ни в какую милицию. Я вам и так все расскажу. Ну, хорошо. Прошу вас. Ну что, Зина, я вас слушаю. С папой мы пришли на показ вместе. Это правда. Нас даже на входе отметили. Потом мы пошли в буфет, а потом мне позвонил Федька. Он тоже очень хотел попасть на показ, но не смог, так как билетов у него не было, а купить у перекупщиков, сами понимаете, дорого. Да-да. Он расстроился и ушел домой. И вы тоже ушли? Ну, естественно. Мне вот так жалко стало. Я не дождалась начала показа и ушла. Угу. Папа был не против, да и ему не до меня было. Понятно. А потом папа вас попросил, чтобы вы в милиции подтвердили, будто весь вечер были вместе с ним, так? Вы знаете, что 2 года назад он обвинялся в аналогичном преступлении – убийстве второй жены, а? Это был не он. Тогда-то я точно была с ним. Сначала и до конца показа. Вы расскажете все милиции, да? Ну, пока нет. Более того, если окажется, что ваш отец действительно невиновен, ну, о том, что вы мне рассказали, никто не узнает. И я прошу вас о нашем разговоре никому не говорить. Вот он подходит к окошку тотализатора, делает ставку, но я близко не подходила, но я мог увидеть. На кого он поставил, непонятно, но после забега он уже к окошку больше не подходил. Ну что ж, теперь понятно, про какие долги говорила его первая жена. Ну ничего, с этим мы разберемся. Сегодня я сам Виноградовым займусь. А я? А ты отправляйся, понаблюдая за Зиной. Зина не все чисто. Она созналась, что подтверждала алиби отца по его просьбе. Интересно, где она сама была в момент убийства? Так она же сказала, что к Федору в гости пошла. Ну что же, подозревать Зину у нас пока нет оснований, но проверить ее алиби надо. Поэтому отправляйся ты к Федору. Вот тебе адрес. Федора Маслова, Красных Зорь, 12, и постарайся его разговорить. Помощница по заданию детектива наблюдала за дочерью Виноградова Зиной. Тебе точно не надо подбросить? Ой, я даже не знаю. Так, давай, давай садись, а то отец скажет, подарил тебе машину, а езжу я. Да все равно прав нет. Так, давай садись. Когда появится, он обещал мне новенькую купить. Мне сейчас главное, чтобы он тебе учебу оплатил. Пусть платят сразу за 5 лет. Пока деньги есть. А покупателю он на квартиру уже нашел? Не говорил тебе? Еще нет, но ищет. Пусть ищет быстрее. Он еще обещал тебе путевки оплатить. Вот экзамены сдашь, и махнем с тобой куда-нибудь. Игорь Петрович, а вы знаете, куда Виноградов деньги пускает? Ну, помимо ипподрома. На дочку? Да. Как вы догадались?
Ну, ты же сейчас его прослушиваешь. А, ну да, точно. А, он даже ей машину купил, хотя еще 18 нет, но пока на ней жена, правда, ездит. Помощник искал приятеля Зины Федора, чтобы поговорить с ним. Но Федор нашел его сам. Я, ты еще врать мне будешь, а пацанов позову, они быстро тебя расколят. Зинку твою расколят. Нет у нее алиби на день убийства. А ты откуда знаешь? Она сама сказала. А, да ты тот детектив, который к ней приходил? Почти, его помощник. А чего ж сразу не сказал? Я думал, ты ухаживаешь за ней. А то пока я тут в армии был, вон, ходил тут к ней один. Рассказывали пацаны. Короче, хочешь твою Зинку спасти? Давай вспоминай, во сколько она к тебе пришла. В день, когда пока смот в городе был. Да что вспоминать-то? В этот вечер она у меня была. Ну, как раз в этот вечер еще у ее отца жену убили. Ну, дальше. Че, ну, не понукай, не лошадь. Ну, в начале восьмого она ко мне пришла. Вон мой дом. Она у меня была весь вечер со мной. Я тут проходила мимо. Ты один, можно зайти? Ля, ну да чего же ты упрямое создание? Ну, сколько раз тебе говорил, звони перед тем, как приходишь. Это ты упрямый, Володя. Ну, неужели ты не понимаешь, Володь? Ну, мы созданы друг для друга. Ну, сколько раз тебе еще нужно вдавить, чтобы ты понял это? Лялечка, мне некогда, я собираюсь уходить. Ты не хочешь меня пускать, да? Ты не один? У тебя кто-то есть? Говори я правду. Один. Давай зайду. Я на 5 минут, я уберусь. На, возьми. Смотри, продукты, чтобы ты не голодал. А я не голодаю. Лялечка, ну, честно слово, я тороплюсь, Ляля, ну, не спешу. Ну, тогда я тебя внизу подожду, можно? Ляля, не надо. Тебе опять будет плохо. Ты что такое помятый? Да задание выполнил. У Зины алиби. По гостевому журналу она на показе мод без 15-7 была. Угу. А в 7-10 уже у своего парня. Ну что ж, хорошо. Выходит, девушка ни при чем? Это хорошо. Потому что у нас в деле появилась новая подозреваемая. Нах, держи. Жди меня здесь, никуда не уходи. Позвольте, я рядом присяду. Вас там кто-то обидел, да? Что-то у вас произошло? Вам до меня какое дело? Ну как же, смотрю, молодая, красивая женщина. Сидит одна, грустит, почти плачет, а? Вас обидел какой-то негодяй? Блин, а у меня ведь с утра маковой росинки во рту не было. Тем временем Лукин выяснил, что женщину зовут Ольга Козина. Найдя в детективе благодарного слушателя, она с удовольствием поведала ему историю своего знакомства с Владимиром Виноградовым. Понимаете, он совершенно не приспособлен к жизни. Ему нужна постоянная поддержка, уход. Уход? А он что, болен? Нет, физически он здоров. Но ему нужен праздник каждый день, постоянная смена впечатлений. А на это все нужны деньги. Приходится напрягаться, каждый день ходить на работу. Да-да, вы знаете, это ведь не каждый может. Вот именно. Это хорошо, что вы понимаете. Поэтому я не смогла бросить его на произвол судьбы. И в этом году нашему роману уже 7 лет. Вот как? Скажите, а вот узаконить ваши отношения он вам не предлагал? И пока нет. Но все к этому идет. Правда, он уже женился за это время 2 раза. Ну что вы говорите? И на ком? Какие-то старые клячи. Уходили в могилу раньше, чем успевали отзвенеть свадебный колокольчик. Ну это ну как? А вы были с ними знакомы? Ну, одну я знала. Последнюю нет. Но мне рассказывали. Я 2 недели назад как раз выписалась из клиники. И вот узнала, что ее убили. Вы что, болели? 1/2. Мне иногда нужен отдых. А там хорошо лечат нервы. Да, Лена. Алло. Игорь Петрович, вы где? Ваня ждет вас в машине. Вы сказали ему подождать, куда-то пропали. Ну, скажи ему, пусть возвращается в офис.
А ты вот что. Постарайся выяснить, не лежала ли в этом году некая Ольга Козина в клинике неврозов. Если лежала, то какое время и на каком режиме? Ну, то есть на закрытом или могла в любое время покинуть клинику? Ясно. А вы где? Детектив Игорь Лукин расследует смерть Лилии Виноградовой. Подозрение в убийстве падает на ее мужа Владимира Виноградова. Однако у Виноградова есть алиби. Во время убийства жены он был на показе мод с дочерью Зиной. Помощница, проследив за Виноградовым, выясняет, что он играет на скачках. Лукин встречается с дочерью главного подозреваемого Зиной и вынуждает девушку признаться, что она создала отцу ложное алиби. Одновременно в деле появляется еще одно действующее лицо. Посидев с Козиной в кафе, Игорь Петрович вызвался проводить ее до дома. По дороге Ольга без остановки рассказывала все новые и новые подробности из жизни Виноградова. На следующий день помощник по заданию детектива с утра дежурил перед домом Владимира Виноградова. Птичка в гнездышке только что прошмыгнула в подъезд. Девочки, тут часто детектив пришел. Хочешь с вами поговорить. Владимир Сергеевич, я смотрю, у вас полная идиллия, а? Как вам это удается, не знаю. Покупателям срочно нужна квартира. Вот, вещи пакуем. Так вы, оказывается, детектив частный. Ну, знаете, это вообще возмутительно. А я сразу заметила вас что-то подозрительное. Здравствуйте, Элла Борисовна. Здравствуйте, частный детектив. Ну что, расследовали убийство Лилечки? Как ни странно, да, расследовал. Владимир Сергеевич, вам, наверное, не безинтересно будет узнать, кто и почему убивал ваших жен. Скажу честно, ну, поначалу-то первым подозреваемым у меня были именно вы. Но как же, вдовец и единственный наследник своих жен. Ну, у меня алиби. Да, алиби, которое при ближайшем рассмотрении рассыпалось. Дело в том, что ваша дочь призналась, что в день показа она ушла до начала показа мод. Так что до вчерашнего вечера главным подозреваемым были у меня именно вы. Чистое недоразумение. Но вчера я познакомился с Ольгой, и Ольга рассказала мне много интересного. Он порядочный человек. За те два месяца, что мы с ним жили, он даже не взял у меня больше определенной суммы. Ну, он знал, что к вечеру он все спустит, все, что есть в карманах. У него просто сквозь пальцы уходили все деньги. Но он в этом не виноват. Это его природа. Да. Поэтому он искал себе всегда женщину, которая бы упорядочила его жизнь, его расходы. Передо мной ясно вырисовывался ваш портрет. Прожигатель жизни, как раньше говорили, тунеядец, живущий за счет женщин. Но не убийца. И тогда я стал думать, а кому может быть выгодна смерть ваших жен? А он так дочь любит. А первая жена до сих пор этим пользуется. Как только у него появляются деньги, она прямо тут как тут. То там квартира у них маленькая слишком, то машину ей надо. И все время прикрывается нуждами дочери. Это совпало с моими данными. После смерти вашей второй жены вы помогли Элле улучшить свои жилищные условия, поменять меньшую квартиру на большую с доплаты, купили ей машину. Интересно, куда пойдут деньги от продажи этой квартиры? На обучение дочери. Бешеные деньги. Вот квартиру продаю. Смерть ваших жен была выгодна именно Элле. Да она убийца. Арестуйте ее. Заткнись, истеричка. Она же 7 лет бегает за Виноградом. Вены себе резала. В психушке лежала. Вот именно поэтому она и не могла быть убийцей. Потому что последние полгода она лежала в психиатрической клинике. И даже в выходные ее оттуда не выпускали. Это Бог меня упас, что из тебя замуж не пошла. Да она бы и меня тоже. Да я бы сейчас уже мертва была. Да кому ты нужна была, нищая крыса? Психичка, да разве бы я допустила твой брак с Виноградовым? Да ни за что бы ты этого не получила. Он должен помогать мне, мне и Зиночке. Тебе это понятно? У него же талант. У него только один талант – нравится женщинам. Так он и это использовать не может. Если б не я, ему же нужен продюсер. Я его продюсер. Я дала ему свободу. Вот так вот, Владимир Сергеевич, вы думали, что ищете себе жену, а на самом деле ищете жертву и источник доходов для Эллы Борисовны. Вы заранее договорились о встрече с Лилией Виноградовой. Она впустила вас в квартиру, вы прошли на кухню и воспользовались тем, что она отвернулась. Ударили ее по голове, включили газ и ушли. Чушь. Сумкой глушить нельзя. Да. Если только в сумке не лежит что-либо тяжелое. Это ваша сумка? Да, это ее сумка. Да ты не уймешься. Так вот, жертву оглушили тяжелым предметом по голове. Каким именно, установить не удалось. Но
В волосах жертвы были обнаружены частицы красной материи. Я отдам эту сумку на экспертизу, и если она окажется положительной, ваша вина будет доказана. Эллу признали виновной в убийстве Лилии Виноградовой. Зина поступила в институт, отец оплатил ей учебу. Виноградов снова готовится к бракосочетанию.